В Петропавловске загорелся грузовой автомобиль с цистерной газа. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня на территории газозаправочной станции. Пострадал водитель автотранспорта. С подробностями наш корреспондент. Данное видео снято очевидцами. Шокирующие кадры мгновенно разлетелись по социальным сетям. Из металлической емкости, наполненной газом, вырываются столпы дыма и пламени. Информация на канал 101 поступила в 11 часов 20 минут. Сообщили, что горит ЗИЛ-130 на газозаправочной станции, расположенной по улице Жамбыла-Жабаева, 231. Силами спасателей пожар полностью ликвидирован. Были привлечены 9 единиц техники и 43 человек личного состава, департамент по чрезвычайным ситуациям. Кроме этого, были привлечены 3 автомашины скорой медицинской помощи, а также сотрудники департамента полиции для оцепления места пожара. Площадь пожара 20 квадратных метров. Пострадал водитель газовоза. Мужчина получил серьезные ожоги, находится в тяжелом состоянии. Причины ущерб возгорания устанавливаются. Тамерлан Тлеубаев, служба новостей.